В районной администрации прошло рабочее совещание. Основным вопросом повестки дня стали программы государственной поддержки при покупке жилья. Высокую востребованность со стороны граждан показала программа обеспечения жильем молодых семей, реализация которой осуществляется в рамках ведомственной целевой программы оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг, государственная программа обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. По условиям программы участником может стать семья, возраст супругов которой или единственного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Кроме того, семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий и оплатить часть стоимости жилья. В этом году выплата предоставлена 4 молодым многодетным семьям на общую сумму более 6 миллионов рублей. Программа действует до 2024 года.